В самом начале концерта Илья Подстрелов представил нового участника коллектива. Андрей Камаев заменил Владимира Панченко, который ушел из состава в 2012 году. Андрей Камаев, прошу любить и жаловать профессионал своего дела. На танцполе только верные фанаты. Каждую песню исполняли вместе с группой. В некоторых случаях артистам даже не приходилось петь. Такую любовь группа «Фактор 2» встречает не в каждом городе. Мне кажется, это очень крутой, красивый город. А публика здесь великолепная, да. То есть поддерживали от начала до конца, пели все песни. Очень круто. Группа активно гастролирует уже на протяжении 15 лет. У музыкантов много планов. Новые песни выпускают регулярно. Но публика всегда просит исполнить что-нибудь из старого. Песни, под которые сотни нижнекамцев зажигали в середине 2000-х, когда «Фактор 2» достиг пика своей популярности. «Фактор 2» слушал лет 10 назад на кассете. Было приятно, слышите, «Фактор 2» многоточие. Вот эти вот времена я не забуду, потому что это была моя молодость. Спасибо DFM за предоставленный прекрасный вечер. Энергетика была потрясающая. «Фактор 2»...